Анна, слышишь? О, черт! Черт! Мара, ты цела? Иона, я здесь. Только застряла. Мне ногу придавило. Подожди, я за помощью. Стой, я у Тринити на хвосте. Не хочу привлекать внимание. Иду к тебе. Я недолго. Осторожно, по дороге полно ловушек. Тринити здесь не закончили. Они что-то защищают. Прошло полтора месяца, а мы все еще не знаем, кто стоит за местным отрядом Тринити. Но я поговорил с жителями города, и они все ждут какую-то очень важную персону на День мертвых. Его зовут Домингес, надо этим заняться. Иона, я на месте. Иду внутрь. Уже рядом. Прости, что я тебя не дождалась. Лара! Ого! Ты только посмотри. Не зря сидели, гадали.
Ясно, что нужно Тринити. Да, они старались нас сюда не пустить. Спасибо за меткам твоего отца. Я видел то место, где произошел обвал. Давай, я смотрю твою рану. Нет, я в порядке. Что это такое? Созвездие. Это надпись. Это какая-то загадка. Розовая рыба. Розовая рыба? Гора с серебряной верхушкой. Тут есть дата, но... что-то странное. Она, кажется, повреждена. Может, умышленно. С какой стати Тринити это делать? Проще все уничтожить. Это сделали задолго до них. Но зачем ее испортили? Лара? Нужно бежать отсюда! Лара! Нет, я должна снять! Бежим! Ну же! Быстрей! Давай! Не вытащи ты меня, я бы до сих пор внутри фоткала. Внутри, это точно. Но вряд ли бы что-то делал. И он. Эй, хочешь освежиться? Встретимся у кафе. Доктор Домингес вечером там будет. Годится. Подумаю над загадкой, как с ней связана эта дата. Ясно. Розовая рыба, серебряные верхушки гор. Хорошо. Кстати, в этом кафе, по идее, очень вкусно кормят. Я знаю повара. Я не голодна. Что, после всего этого я умираю с голоду? Кита бы съел. Вот он. Что выяснил про Домингеса? Немного. Он руководит рядом раскопок в округе. Отец упоминал о нем в дневнике не один раз. Спец по руинам доколониальной эпохи. Здесь его обожают. Он помогает городу. Как нога. Иона, смотри. Загадка. Это указание. Чтобы найти спрятанный город, иди на юг вдоль побережья, пока не найдешь розовую рыбу. А это я разгадал. Розовые дельфины водятся в Амазонии. Дальше так. Затем иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой. Посмотри. Это созвездие Гидры, змей. Это звезда сердца. Она заходит на юго-западе. То есть к юго-западу от Амазонки. Бразилия? Перу. Перу? Ладно, это та дата из руин. Видишь? Присмотрись, она повреждена. Это число похоже на 13, но что если это на самом деле 8? А из-за прецессии... Что? Прецессия. Земля наклоняется, и со временем звезды меняют положение на горизонте. Это важно, если ориентируешься по ним. Ладно. Так, в календаре майя это разница в 2000 лет. В ту пору сердце змея заходило строго на западе. Вот почему он в Перу, а не в Бразилии. Они вели поиски не в том месте. Вот именно. Гору с серебряной верхушкой нужно искать в Перу. Это не все. Тут еще что-то про ключ. Что Тринити надеется найти в тайном городе? Доктор, мы кое-что нашли. Да? Показывай. Ты тоже слышала? Проследим за ним. Стой, погоди. Здесь люди Тринити. Нельзя выделяться. Их бойцы вооружены. К ним прибыло подкрепление. Постараюсь им не попадаться. Не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз. Нас видели на том объекте. Тоже мне выходной. Где Домингес? Он точно здесь.
Ходит тут где-нибудь? Да. Осмотримся. Кто-нибудь что-то да знает. Здорово, Сэм. Как дела? Не видно его? Нет. Продолжаем искать. Смотри, это за моего папу. Может, зажечь один для мамы? В толпе мне неуютно. Предпочла бы общество штормовых стражей? Нет уж, лучше так. Иона, он у ворот. Я его вижу. Хорошо. За мной нет хвоста. Вроде тут можно перелезть через стену. Этих беру на себя. Здорово, ребят! Как жизнь? Хорошо. Тебе сюда нельзя. Мне сказали, у вас тут типа безумная фиеста. Тёлки с черепами на лицах, все такое. Вы что-нибудь про это знаете? Это не для туристов. А, меня Мария пригласила. Вы ее знаете? Она моя кузина. Моя Абуэла, мир ее праху, родом отсюда. Я хотел это, сделать подношение или... Что вы там такое делаете с одеялами? Ладно. Знаете что? Вы, ребята, занятые. Не буду отнимать у вас время. Поеду дальше. Спасибо вам за службу. Что нас оберегаете? Пока. Иона, я внутри. Хорошо. Раньше этих охранников там не было. Домингес что-то заподозрил. Извините. Вы связались с Верховным Советом, командир? Есть, сэр. Даже после провала в Бразилии, в организации вам полностью доверяют. Мы обязаны дойти до конца. Есть, сэр. Они готовы ко всему. Прости. Иона, Домингес не просто главный здесь. Мне кажется, он руководит Тринити. Будем аккуратны. Лара. Да, да, я поняла. Sí, sí. Disculpe, señorita. Виновата. На первой точке сработала ловушка. Думаем, это Крофт. Стой. Что такое? Мне нужно подтверждение, командир. Хватит гадать. Мы удостоверимся, что это она. Иона, меня могли заметить. Я сверну в переулок. Поищу обходной путь. Доктор, son muchos de sus hombres. Осторожность не помешает. Вы очень любезны. Спасибо. Пора идти. Estaría muy orgulloso de ti, cariño. Да? Домингес хочет убедиться, что Крофт здесь. Фотография у вас. Белая женщина, лет 20. Ты понял? Хорошо. Ну? Ее найдут. Хорошо. Туда никто не должен проникнуть. Эй, кыш из моего кабинета. Простите. И дверь за собой закрой. Угу. Lo siento! Не бойся. Иди, играй. Таких показаний приборов мы нигде не видели. Это ключ к следующей фазе. Если что, мы будем готовы.
они проникли на территорию раскопок. Тут забор, а у ворот охранник. Я поищу другой путь. Я нашел точку с хорошим обзором. По караулю. В этих руинах должно быть что-то еще. Пирамида Майя. Внутри будто бы пещеры. Вот это. Отведи его к руинам. Там уже никто не услышит. Нет, нет, не надо! Ты только зря все усложняешь. Давай! Последние слова. Стойте, я же правительственный чиновник. Мне нужно быть здесь. Уже нет, мистер главный археолог. С этой минуты вы уволены. Не надо. У меня есть деньги. Я заплачу. Не бойся меня. Работаешь на Тринити? Что они нашли? Они уже много лет пытались найти вход в храм. И сегодня нашли. Боже, я предупрежу сестру. Она уже идет сюда. Иона, Тринити пытались убить местного археолога. Боже мой. Мы должны найти то, что они ищут. Это командир Рурк. Всем группам приготовиться к операции Blackout. Я знаю, кто это. Ишчель, богиня полной луны. О, а это Чакчель, молодая луна. На нем есть надпись. Чакчель, ключ скрыт за ее взором. Ключ? Это здесь. Наверное, вход там. Статуя смотрит на ту пещеру. Это здесь. Иона, я вхожу в пещеру. Связь может пропасть. Я понял. Я присмотрю за Тринити. Судя по всему, эта пещера обычно под водой. Отлично. Что это за место? Yeah.
Нужно найти храм, который ищет Домингес. Иона, я на месте. В каком-то подземном храме. Хорошо. Ого. Хреново. Лара, Тринити используют взрывчатку. Я заметила. Из-за этого и толчки. Тут пирамида. Я заберусь наверх. Иона. Да, я тут. Иона, я вижу фреску. На ней ларец. Надпись гласит: «Серебряный ларец Ишчель». Вот что хранят в тайном городе. Это легенда майя. Здесь сказано, что ларец призовет Кукулькана. Бог созидания. Так вот, что ищет Тринити. Это еще не все. Похоже на череду бедствий. Цунами, буря, землетрясение, извержение вулкана. Вот тебе и бог созидания. Ну, у майя Кукулькан считался богом созидания и разрушения. Похоже на созвездие Гидры, но звезды не на своих местах. Я нашла кинжал. На нем есть надпись: «Ключ к сердцу Ишчель открывает путь к очищению». Тринити не получит ларец. Давай все обдумаем. Черт! Лара, к тебе идут патрульные! Стойте! Не трогайте ее. Лара Крофт. Не так я видел нашу встречу. А я следил за твоей работой. Я не удивлена. Чак-чак. Я
посвятил ему всю жизнь. А где серебряный ларец? Отдай его. В безопасности. Не у тебя. Подумать не мог, что ты его возьмешь. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла и всего вот этого. Но без ларца апокалипсис, смерть, солнце. Ты лжешь. Лара. Ты сама это почувствовала. Обычный толчок. Грядет цунами. И это первое из множества бедствий. Твоя вина! Ты поступил бы так же. Забрав ключ, ты дал ход апокалипсису. Ты осознаешь весь масштаб трагедии? Учение началось. Теперь мое дело остановить его, пока не поздно.
Лара! Я так волновался. Конец всему. Ты о чем? Домингес. Кинжал у него. Из-за меня. После всех мучений отца я дала Тринити то, что они искали. С помощью ларца и кинжала он преобразит мир. Преобразит во что? Не знаю. Он надеется искоренить грехи и слабости. Такой человек. Мы должны его остановить. Это все я виновата. Мы что-нибудь придумаем. Обещаю. Нет, 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 нет! Мы должны добраться до тайного города раньше них. Найти серебряный ларец. Ладно. Сперва отведем этих людей в безопасное место, а потом сразу за ларцом. Какая безопасность? Если он отыщет ларец, мне надо идти. Только я могу. Только ты можешь что? Ты не центр мироздания, Лара. Не взваливай на себя вину за это. Этим людям нужна помощь. Сделай доброе дело сейчас! Тем более, что у нас вообще есть загадка. Чтобы отыскать тайный город, розовые рыбы и серебряных верхушек мало. Я помогу этим людям. А потом найму самолет. Думаю, нам надо искать вулкан. Серебряная верхушка, наверное, облака. Я не могу забыть про этих людей. Всего лишиться. В загадке сказано... Иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Что это за близнецы? Не нравится мне погода. Подумаешь, дождик. Вернемся к горе в облаках. В облаках. А как поймем, что это та гора? Интуиция. Что еще остается? На фреске сказано, что их ждут бедствия. Лучший способ помочь им – положить всему этому конец. Ладно. Но как узнать точно? Иона, я ощутила, когда взяла кинжал. Ты имеешь в виду цунами? Не только. Я как будто что-то пробудила. Да, это нерационально, это неправдоподобно, но прошу, поверь мне. Надо верить друг другу. Эй, а это не то, что мы ищем? Что там? Не нравится мне буря. Давай лучше вернемся утром. Осталось чуть-чуть. Ну и Тринити легкая тряска не остановит. Мигель, мы можем приземлиться. Я могу посадить вас у Куакьяку. Давай. Thank you.
Где они? Надо их найти. Гора с серебряной верхушкой. Мы уже близко. Там кто-то есть. Нужно идти туда. Обезьяны. Огонь. Кто-то должен быть рядом. Эй! Иона! Мигель! Вы слышите? Где вы? Я даже не думала, что буря будет такой сильной. Это все моя вина. Надо было послушать Иону, надо было все продумать. Нельзя было брать тот кинжал. Надеюсь, больше никто не пострадал, и остальные деревни в порядке. Нужно остановить череду бедствий, пока не поздно. Сюда упал обломок самолета. В этом грузе мое снаряжение. Надо его срезать. Нужно чем-то разрезать веревку. Может, какая-то железка из обломков? Обо что-то заточить. Достаточно острый. Их все равно что-то держит. Mm-hmm.
Да, теперь я заберу снаряжение. Почему я все вместе не упаковала? Мисс Крофт, кто-нибудь, прием! Мигель, ты где? Черт! Мигель? Не нравится мне это. Мигель, ты где? О, нет. Мигель? Мигель? Боже. Здесь надо поосторожнее. Вот часть обломков. Иона! Самолет!
Иона, ты тут? Я думала, ты погиб. Эй, ты знаешь, что с Мигелем? Он не выжил. Что у тебя с рукой? Да какой ты паразит. Я хотел найти полынь, но она здесь не растет. Покажи. Эй, ты чего? Если оставить, будет только хуже. Сядь. Ты знаешь, что делаешь? Со мной случилось что-то похожее в детстве в Египте. Не стану врать, это больно. Думаешь, это была та самая буря, предсказанная фреской? Не знаю. Кажется, нам пора пополнить запасы. Мы так ломанулись вперед, полетели прямо в бурю. Я не думала, что все так обернется. Я... Надо было настоять на своем. Теперь я понял. Ты фокусируешься на цели, и все остальное исчезает. Иона. Эй! Я за тебя. Это мой выбор. Как правило. Но если мы умрем, кто предотвратит бедствие? Кто помешает Тринити добиться своего? Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех подведу. Ну, может, ценой пары часов нам стоило вернуться. Может, дать ему имя? Хорошо. Илай? Мой кузен. Он был тот еще паразит. Пока, Илай. Спасибо. Пора идти. Нам надо найти Кувак-Яку. Там мы заночуем. Заметано. Ладно. Какое счастье, что Иона жив. Особенно, проход, когда Мигель... многообещающе. Но хоть Иона ни о чем не спросил. Ягуары. Только зря пугать его. Незачем. Чтобы опередить Тринити, придется пошевеливаться. Кажется, тут можно выбраться. Иона, помоги мне с этим. Три, два, один. Ты цела? Помоги-ка мне. У тебя спина в крови.
Я займусь лагерем. Да, я посмотрю. Так себе. Знаешь, нам тут столько довелось испытать. Я невольно думаю про брата. Я всегда защищал его. От отца, от самого себя. Но он погиб. Ты сделал все, что мог. Окажись я в нужном месте, в нужное время, он был бы жив. Будь у меня глаза на затылке. Всех тебе не спасти, Иона. Спасибо. Да. Я скучаю. Знаю. Родители. Мне их не хватает. А недавно мне приснилась мама. Да? Угу. Такой реальный сон. В детстве отец многое от меня скрывал. Прятал вещи. Особенно ее. Зачем он это делал? Она умерла, и он берег меня от боли. Конечно, я все равно их искала. Но до сих пор у меня есть вопросы. Твой отец оставил больше тайн, чем раскрыл. Доминге сказал, при помощи серебряного ларца из чели он преобразит мир. Будь у тебя эта сила, что б ты сделал? Впал бы в панику. Ты бы не хотел вернуться в прошлое и увидеть брата? Потерять все остальное? Нет уж. Я люблю наш мир, он не идеален, но все, что я люблю, сейчас его часть. Чтобы найти сокровище, хитроумная Лара Крофт должна обмануть короля, найти запретную гробницу и раскрыть тайну Белой Королевы. Ее ждет много испытаний. Лара, ты делаешь математику? Она не может больше терять ни минуты. Сейчас, пап! Высокие стены замка влекут и дразнят героиню. На пути героини чудные звери. Кто знает, свирепы ли они.
Фирейне нельзя шуметь, чтобы не привлечь Понятно. Внимание короля. Понятно. Ну а Лара-то здесь вообще при чем? Она у себя в комнате делает уроки. У нее мало времени. Гвардейцы не ждут, что Крофт полезет на стены замка. Башня замка выше, чем ей казалось. Карабкается все дальше, высматривая другой вход. Наша героиня замечает другой вход. Кыш, уйди! Юная Лара балансирует на головокружительно опасной высоте, но забывает о страхе. Почти прибыли. Навстречу цели. Вперед, к запретной гробнице. Этот парапет поврежден. Ей придется протискиваться. Цель уже близко. До нее рукой подать. Но на пути невидимое силовое поле. Нужно отыскать другой вход. Бесстрашная героиня взобралась на вершину. Вот, наконец, она замечает проход внизу. Главное – осторожность. Что ж у меня за дурья башка? Черт! Наконец, она входит в запретную гробницу. Ого! Унесла королеву великая мышь на 30 северной, 90 восточной. Излила свое сердце она в заперти. Светом любовь отопрешь ее точно. Наверное, белой королеве одиноко. Светом любовь отопрешь ее точно. Сработало! Thank you.
Крофт проникла в запретный мезонин. Ей надо быть настороже. Некоторые из них я еще не видела. Великая мышь расправляет крылья. Отразил солнечный луч. Вот она, белая королева, плененная. Я должна ей помочь. Я могу убрать лестницу с помощью глобуса. Ее можно освободить! Светом. Любовь отопрешь ее точно. Поразительно. С колотящимся сердцем наша героиня переступает порог неизведанного. Это мамины вещи. Темный путь сторожат летучие мыши, молвил рыцарь. Белая королева одарила его загадочной улыбкой, сказав: мыши? Я не боюсь мышей. Я вообще ничего не боюсь. Что у нас здесь? Ты, я и тиранозавр в Египте. А где папа? На работе. Взять и все бросить. Я на пороге. Ты всегда на пороге. Твоя одержимость разрушает нашу семью. Одержимость? Я одержим. Ты упускаешь детство дочки, потому что все время копаешься в гробницах на другом конце света. Неужели ты несчастлив с нами? Это открытие чрезвычайно важно. И мне плевать, что обо мне думают. Пап! Не смей мне угрожать. После всего, что я сделал? Эй! Эй! Пап! Папа! Пап! Ну же! Прошу, пап! Очнись! Пап, не бросай меня! Привет. Так, гора с серебряной верхушкой? Да. Интересно, что нам сегодня готовят джунгли? Что бы ни готовили, мы справимся. Ну, хуже, чем вчера, уже некуда, а?
Вижу людей внизу. Надеюсь, нам помогут. Давай, ты будешь вести переговоры. Привет. Здесь где-нибудь поблизости можно заночевать? Как вас занесло в такую глушь? От экскурсии отбились? Нет. Сюда люди заходили, искали артефакты. Ваши друзья? Тринити. Уж точно нет. Пора мне отдохнуть. Идемте. Простите за море вопросов, но единственное заведение в городе – мой отель. Осторожность не помешает. Кстати, я Иона. Эбби. Лара. Входите, садитесь. Карлос, три. Так, что вам у нас понадобилось? Ну, мы пытались решить загадку, но самолет упал. В смысле, разбился? Да. И вы остались целы, невредимы? Ну, а что там? Летел невысоко. Вообще-то мы ищем руины Майя. Майя? Вы в курсе, что вы в Перу, да? Да. Долгая история. Спасибо. Ты не очень-то похож на археолога. Это она археолог, а я просто повар. Правда? Да. Ты уже пробовал местное севиче? Коронное блюдо. Разве что оно в джунглях растет. Но, ты не видел наши знаменитые рыбные деревья? Где это сняли? О, в Мексике. А что? Я уже видела такой символ. Где? Тут есть развалины, и на одном камне вырезано нечто похожее. Я схожу на них, взгляну, а? Да. Пожалуйста, но гарантирую, это не Майя. Мои предки инки, к нашей гордости. А ты передохни здесь чуточек. Уверена? Я же обещала тебе отгул. Ну что ж, не откажусь. Удачи. И тебе. Иона, я нашла руины инков, но основание храма кажется древнее. Да, Эбби вспомнила, где она видела этот символ. Он где-то внутри храма. Супер, передай ей спасибо. Я и так слышу. Ты, главное, не сломай там ничего. Жду тебя здесь, Лара. Снаружи храм кажется больше. Посмотри. Ишчель и Чакчель. Близнецы сходятся вместе. Что там? Лара! Что? Сказали, ничего не ломать. Я не ломаю. Я восстанавливаю оригинал. Кто-то хотел ее спрятать. Близнецы сходятся, прежде чем ступить на тропу живых. С ней что-то сделали? Как с той штукой в Мексике? Это путь к храму жизни. Иди, я буду здесь. Вдруг что-то найду. Хорошо. Thank you.
Иона, я нашла храм. Отлично. Черт. Тринити уже здесь. Пробиваются внутрь. Я пойду за ними. Операция «Волк-одиночка» началась. Грузовики в пути. С чего вдруг такая спешка? Доктор Домингес здесь, в Перу. Достаточная причина? Да, командир. Простите, сэр. Лара, ты цела? Да, здесь есть база Тринити. Эй, Иона, я... О, что ты натворил? Я же сказала, не сломай ничего. А, я могу все объяснить. Лара, я с тобой позже свяжусь. Не делай глупостей. Слава богу. Буря едва задела деревню. Ее эпицентр был ближе к самолету. Но все могло быть куда хуже. Что я наделала? Что, если случится землетрясение? Погибнут сотни людей. Я должна это предотвратить. Иона, командир Рурк здесь, в Перу. Он приказал Тринити оцепить место раскопок за старой нефтяной скважиной. Хочешь узнать, что? Да, посмотрю, что они нашли. Рурк был в Касумеле, когда Домингес завладел кинжалом. Должно быть, они догадались, что нужно искать тайный город. Здесь была бойня. Что случилось? Иона, я внутри храма. Мы тут тоже кое-что нашли. Какие-то цифры. Сейчас их расчищу. Эти вороты управляют колоннами. Надо повернуть, чтоб символы совпали. Цифры на колоннах — это первая половина каких-то дат. Ишчей слева. Привет, это Эбби. О, привет, Эбби. Я нашла фреску. На ней, похоже, изображено путешествие. Вход через пасть ягуара, вслед за змеем к серебряному оку. Ага. По пути паук и орел, что поднимается к храму. Ну, насчет остального не скажу, но пасть ягуара в этой стороне. Правда? Да.
Статуя кошки. Большие зубы. А, вот и он. Лара, все нормально? Да, я возвращаюсь. Отлично. Тебе это понравится. Эй! Господи, не делай так. Прости, кто-нибудь еще выжил? Без понятия. База! База, ответьте! Ну как? Тихо, я слушаю. Я никак не... Боже мой! Они здесь! Чего они так боятся? Я потерял рацию в аварии. Что это было? Господи, сколько трупов! Их убили те твари. Но почему? Иона, Эбби. Эй, Лара. Я кое-что видела. На Тринити напали какие-то существа. Что? Они шипят и быстро двигаются. Лара, это похоже на легенду про Пиштаку. Ты нас разыгрываешь? Нет, я знаю, что видела. Ты в порядке? Да, я возвращаюсь. Иона? Мы внизу! Эй! Вы были внизу? Мы ждали тебя. Как думаешь, что там? На фреске были испытания. Кажется, я знаю другой путь. Хорошо, пойду вперед. Встретимся уже там. Иона? Отсюда потрясающий вид. Тайный город где-то рядом. Лара, я прорвался. Я вхожу в пещеру. Иона? Черт. Ах ты, черт! Ладно, надо. Вот черт! Здесь оставаться нельзя. Повезло. Кажется, я его нашла. Тайный город. Попробую отыскать змея с серебряным глазом. Эй! Кто ты? Я помогу тебе. Уходи! Тебе здесь не место! Я знаю, тебе больно, но... Балбутуль! Тринити.
Спасибо. Уэнди! Уэнди! Кто ты? Зачем ты явилась? Я исследователь. Лара Крофт. Они вернутся. Нужно уходить. Взять ее. Ты не просто мой сын. Ты мой наследник. Ты не должен попусту рисковать. Из-за тебя эта женщина нашла нас. Но, к счастью, ты цел. Если вы не из секты, как вы нас нашли? Я шла по карте из храма. Я ожидала найти руины, а не вас. И не все это. Сектанты, зачем им нужен ваш сын? Мне эти люди известны под именем Тринити. Я должна им помешать. В чем им нужно помешать? Они ищут артефакт. Какой-то ларец, связанный с богиней Луны. Зачем он тебе? Украсть? Продать? Нет. Главное, чтобы Тринити, сектанты, его не забрали. Они опасны. Чем? Что они сделали? Убили моего отца. Я покажу вам кое-что. Вы знаете, что это? Это Пайтити. Ты сейчас здесь. Пайтити. Тайный город. Но что значит глаз? Это место смерти. Жертвоприношений. Ты думаешь, твой артефакт там? Да. Оттуда никто не возвращался. А я постараюсь. Такой риск, чтобы помешать сектантам? Да. Ведите его. Иона. Ты в порядке? Ты знаешь его? Он мой лучший друг. А Эбби? В порядке. Кто еще тебя ищет? Больше никто. Думаю, у нас с тобой одна цель. Ты увидишь змею с серебряным глазом, но твой друг будет здесь. Если лжешь, то не скроешься, а ему будет плохо. Давайте без этого. Да ладно. Пусть. Эцли, добудь ей одежду. Учу. Останься с ним. Вернусь, как только смогу. Ладно. А тут мило. Тихо.
Я не знаю, как вас зовут. А, прошу прощения. Мне приходится проявлять осторожность. Я Унурату, законная царица. Эцли, я жду от тебя донесения. Да, мама. Сегодня утром было кое-что. Да? Я видел, как Хакан спорил с соседом. Мне показалось, что он очень зол. Когда я подошел, они вдруг замолчали. А потом стали смеяться, как будто услышали шутку. Он что-то задумал. Ты молодец. Спасибо. Эй! Как видишь, у нас в Пайтите тайны недолго остаются тайнами. Если ты отклонишься от плана... Это быстро вскроется. Я поняла. Хакан! Что это? Сектанты, ждущие явления божества. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но их глава займет мое место и попытается стать богом. Он верит в то, что сможет преобразить мир, создав рай на земле. Преобразить мир? Что? Я помню эти слова. Вот он! Я знаю его. Это доктор Домингес. Узрите! Орудие нашего единства и спасения! Скоро наши мечты о мире и спокойствии осуществятся! Они уже зовут его Кукулькан, но его настоящее имя Амару. Он родился здесь, но вырастили и изменили его чужаки. Народ верит в него. А ты нет? Мой покойный муж Сайри был его братом. Им по-разному виделось будущее Пайтити. Когда Сайри умер, Амару посвятил себя секте. Вы видели бурю? Вы боитесь больших бед? Но я позабочусь о том, чтобы Пайтити все пережил и процветал вечно! Я знаю Амару. Если он преуспеет, никто из несогласных не увидит этого рая. Мятежников казнят. Нет, если не найдут ларец. Именно. Нам нужно найти его первыми. Может, Амару еще поймет, что есть любовь и разум. Смерть иноземцам! Грядет возмездие! Хакан, довольно! Нужно ударить, пока этот змей у нас под носом. Время справедливости придет. Не рискуй всем, повинуясь минутному порыву. Эцли, ты на разведку. Встретимся у склона горы. Все, хватит. Иди с Эцли. Тебя узнают даже в этой одежде. Я принесу ларец. Обещаю. Вам же сказали поддерживать мир. Я просто вышла прогуляться с сыном. Амару теряет терпение. Это не повторится.
Иона, можешь говорить? Ага. Мы с Учу разбили лагерь, все хорошо. Домингес здесь. Он предводитель секты Кукулькана. Унурату борется против них. Что? Он здесь уже не первый год. Тринити контролирует Пайтити. О. Я отправлюсь к глазу змея. Надо найти ларец до начала очередного бедствия. Где моя мама? Улаживает дела между стражниками и Хаканом. А что там? Снаружи Пайтити. Ну, снаружи много всего. Мир очень большой. Больше, чем Пайтити? Больше, чем сотни Пайтити. Что? Возьмешь меня туда? Думаю, твоей маме будет что сказать на этот счет. То, что ты ищешь, скрыто там. Как я пойму, что нашла нужный зал? По запаху смерти. Если выживешь, можешь выбраться через старую систему орошения. Встретимся там. Будь осторожна. Там могут быть сектанты. Пайтити стал для меня полнейшей неожиданностью. Народ, его история, все, что они пережили и кем стали сегодня. Их послушать-то Камару, Домингес, Кукулькан радеет о благе Пайтити. Но я знаю, на что он готов пойти. Убийство и жестокость. Ну и вонь. Вот про это место Эцли и говорил. Спокойно, Лара. Без нервов. Сейчас тошнит. Пиши. У тебя все получится. Это один из мятежников? Змей с серебряным глазом. Я на верном пути. Да! Сюда. Запах все усиливается. Лара, как ты там? Иона, я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели. Обсуждаю с Учу тату. Тату?
Да, ты видел тату Нурату? На ней цапля и затмение. Возможно, это как-то связано с Серебряным Ларцом. Сомневаюсь. Другого выхода нет. Ну ладно. Тут нефть. И, может, эту лужу можно поджечь? Свободен. Надо идти дальше. Это что, зал для кровопускания? Мне нужно выровнять каналы и наполнить водоем. Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. Теперь искать ларец. Змея. Вот что они нашли, Тринити. Вот этот мелкий бунтарь. Эдли! Вот она! Хватай! Oh,
Эй, Лара, вернись, если можешь. Учух хочет кое о чем тебе попросить. Наверное, об услуге. Хорошо, я вернусь, как только смогу. Унурату! Эцли схватили. Знаю. Они держат его в казарме. Думаем, как его освободить. Я хотела помочь, прости. Он боец. Что это? Это ключ. Кажется, это вещь из горного храма. Он примыкает туда, где его держит. К ларцу и щель ведь можно попасть из казармы. Поэтому сектанты захватили храм. Там много охраны. Нам нужно будет действовать тонко, тихо. Есть обходной путь? Был один у соляной шахты, но почти обвалился. Там опасно. Может, у меня получится? Возможно. Ты уже достойно себя показала. Последний раз я была там в детстве. Но, насколько я помню, казармы во внутренней крепости. Если я проберусь в обход, я расчищу путь и впущу вас. Мы вызволим Эцли и пойдем за ларцом. Я займусь сыном. Ты иди за ларцом. Говоря, что хочу поддержать Унурату, я имела в виду совсем другое. Эцли крепкий парень. Да, он воин, знаю. Все равно ужасно. Борьба с сектой – сущий кошмар. Поверь мне, Учу спокойно вступит с ними в бой. Иона, я приближаюсь ко входу в шахту. Учу говорит, он у края горы. Он послал повстанца открыть его. Спасибо. Ну вот. Тут надо поосторожнее. Вот эти-то ворота и нужно открыть. Уведи его!
Леона. Как там Эдсли? Нормально. Они его вытащили, но Унурату взяли в плен. О, нет. Ты в порядке? Да. Я пошла за ларцом. Не знаю, сколько времени это займет. Делай, что должна. Спасибо. Глаз змея. Точно. Другого выхода нет. Ну ладно. Кажется, там внизу храм. Пора идти. Ты посмотри, что за этой дверью?
зашли? Эти фигуры, они как те существа, только красивые. Яшиль, богиня защиты. Серебряный ларец и Ишчель выковали в раю и принесли на землю. Существа создали ларец. Ни ложные боги, ни фанатики не смогут пройти. Они охраняют его. Вот почему они так на меня кидались. Ларец прибудет здесь, пока солнце не родится вновь. Здесь. Значит, он здесь. Затмение и цапля. Татуировки на руках Унрату. Но где же ларец? Нет, фаршок. Богини, существа, да как их ни назови. Какая разница, если они за тобой гонятся? Кто оставил изображение цапли и затмения? Это уже что-то. Лара, если ты меня слышишь? Я тут. Мы ушли от Унрату. Мы в пещере неподалеку. У входа есть знак цапли и затмения. Иду к вам. Может, они нам помогут? Он у тебя? Мы попались. Унрату схватили, и у нас забрали ларец. Мы в курсе.
Посмотри на план. Ее держат в тюрьме рядом со старым храмом. Хакан устроил налет, и он тоже пойман. Мы возьмем мост, ведущий к тюрьме. Это агрессивно. А если мне подняться, освободить ее и подать сигнал к атаке? Вариант. Эцли на разведке в верхнем квартале. Он тебя проведет. Я с ним поговорю. Как выведешь ее, мы тебя прикроем. Годится. Оружие и защита. Спасибо. Лара. Я ее спасу. Верю. Секта наверняка торжествует победу. Страшно подумать, насколько им это выгодно. Многие перейдут на их сторону. Ага, все любят победителей. А пленные бунтовщики? Их же показательно казнят. Сейчас нам не до этого. Боже, какой ужас. Будь осторожна, Ахау. Мы подавили мятеж, но мятежники еще остались. Ты в опасности. Я уверена, что справлюсь с любым мятежником. Ха, неплохо. Им не устоять против нас. Но они сражались как демоны. Они сражаются за выживание. Столько павших солдат. Мятежников больше, чем сектантов. Лара, ты как настоящий змеиный страж. Я узнал кодовую фразу, чтобы попасть в тюрьму, где держат маму. Невинные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет слабость. Поняла. Мы ее вызвали. Есть еще кое-что. Хакана схватили. Для восстания нам нужны все воины. И он папа моей подруги Каяры. Все понятно. Если его убьют... Лишь достойные и сведущие могут попасть в священные земли. Невинные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет слабость. Проходи. Долго вы еще собираетесь изображать восставший народ? Пока не победим. И ты не будешь нам угрожать. И ты говоришь это мне в лицо? Амару, вспомни, кто ты такой. Я один из вас. Да. Ты поэтому меня арестовал? Если б мой брат был жив, мир его праху. Да, он назвал бы весь наш спор тратой времени. Идем домой. А я дома? Это мой дом! Унурату, только представь, как расцветет Пайтити, если солнце взойдет над миром, где нет внешних опасностей. Разве ты не опасен? Преобразить мир! Мы все творим судьбу. Мы сила, все вместе. Все, что я делал, было ради Пайтити. Все! Он был раздроблен, я объединил его! Только я понимаю, что нам угрожает. Ты то есть, то тебя нет. Как будто жить здесь не обязательно. Да. Я жил во внешнем мире и знаю теперь, чего нам ожидать. И с каждым днем это все ближе. Пойдите, не переживет этого вторжения. Все, что для нас важно, они отберут или разрушат. Ну так нужно бороться вместе, как того хочет наш народ. Воскресив солнце? Пойми, это спасет Пайтити всего лишь на мгновение. Но потом это не защитит нас от обнаружения.
от вторжения. Нам просто придет конец. Нет! Нет, нам нужно быть храбрыми, решительными. Помоги мне. Мне нужен твой ум, твоя стойкость в моем мире. В мире под пятой ордена Кукулькан. Или точнее Тринити. Если тебе нужна власть, забирай. Только помоги мне защитить Пайтити сейчас, и тогда... Да пожалуйста, правь им, как тебе будет угодно. Я отдам тебе трон. Я сделаю это. Нет. Я найду ларец и воскрешу солнце. Оно будет тебе судьей. Почему ты такого мнения обо мне? Взять ее. Назад в камеру. Ты можешь меня отослать, но я не предам наш народ. Нет, ты просто подведешь их. Ларец пропал. Миссионер Андрес Лопес. Украл его 400 лет назад. Что? Ты положила жизнь на поиски не в том месте. Уходи. Иона, я знаю, где она. Я пойду за ней. Хорошо, мы идем. Ты чувствовала дрожь? Да, тогда, в Синоте. Это все предвестники. Скоро начнется землетрясение, нужно спешить. Да, мы спасем Унурату и вместе отыщем ларец. Лара! Что там? Перебралась через реку. Я уже рядом с тюрьмой. Тут везде охранники. Мы движемся к реке. Свяжусь, как будем на месте. Хорошо. Ларец не в Пайтити. Я знаю. Я должна примкнуть к Амару. Все труды после смерти Сайри, все тщетно. Этому не бывать. Вставай, пошли. Время вышло. Кто-то должен найти ларец. Если не воскресить солнце и не преобразить мир, всем нам конец. Но я нашла еще одну подсказку. Может быть. Твои татуировки, затмение и цапля, точно такие же символы были выгравированы на алтаре. Что? Что они означают? Это знак моей судьбы. Алый огонь Чакчей. А вот мое прошлое. Это символ Синчичику, последнего императора Пайтити.
Гробница в верхнем квартале. Отведи меня к ней. Они там все обшарили. Если бы там что-то было, они бы давно это нашли. Но у Амару нет этой зацепки, он не знает, что искать. Там полным-полно охраны. Придумаем, как обойти. Это опасно? Конечно. Не будем терять время. Как там Эцли? В порядке. Он помог мне найти вас. Сейчас он должен быть с Учу. Иона, я Сунурату. Хорошо. Эцли хочет что-то сказать. Мама, мы высылаем подкрепление. Мне помочь Учу или захватить территорию, когда враг отвлечется? Пока меня нет, ты за главного, Эцли. Доверься своему чутью. Лейчкалан коэле лопутих, хачпила вычо. Hello, Telo, Ichi Lechi Wobo, Shena Wilef, to say Bani. Tilapa. Это последний, что ли? Пока что. Нам нужно скорее в верхний квартал. Веди. Вроде бы все. Пошли. Возьми ключ. Пошли. Я кое-что покажу. Скоро затмение. Когда солнце скроется, нужно открыть ларец. Он таит в себе великое искушение. Он будет манить меня, завлекать фантазией, предлагать легкое решение всех проблем. Но все же это будут только мои сокровеннейшие желания. Я всю жизнь училась противостоять искушению. Амару еще даже не видел ларца, но его разум уже в плену у этой силы. Пайтити — это прежде всего люди, и только вместе мы сможем его спасти. То есть перемены, к которым стремится Амару для Пайтити, будут равносильны уничтожению? Да. Извне исходит много угроз. Но риск часть жизни. Мы идем на него, чтобы остаться верны сами себе. Откуда ты знаешь, что сможешь устоять перед искушением? Я не знаю. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня.
и не даст нарушить обет. Нам пора. Что такое алый огонь? Это моя судьба. Он связан с жертвоприношением Кукулькана. Когда от алого огня пойдет дым, ищи зеркало. Это великая регулирующая сила. Все, что я знаю. А кто-нибудь из этих существ забирался сюда? Существ? Они опасны. У Тринити были с ними стычки в пещерах вокруг Пайтити. И у алтаря, где не оказалось ларца, они пришли за мной. Ты про Яшиль? Яшиль. Они высокие, быстрые, голодные, даже отчаянные. Я бы не называла их существами. Они нечто большее. Что случилось, Яшиль? Есть много преданий. Это было давно. Но они неустанно защищают Пайтити. Защищают? Не знаю, этого ли они хотят на самом деле. Но выходит так. Они не нападают на город? Нет. Мы всегда жили в согласии. Похоже, Амару планирует публичное жертвоприношение. Мятежника? Надо его остановить. Нет. Мы не готовы и не можем рисковать ларцом. Держись рядом и делай, как я. Они могут на нас наброситься. Сюда. Джункинеш, Пучкилич, Ольтунеш. Которые ставят под угрозу нашей жизни. Нашу тайну. Их предводителя, предательницу Унурату, вашу падшую царицу, я взял в плен. Но еще не поздно ее спасти. Сегодня мы делаем подношение Кукулькану. Пошли, посмотрим, что он делает. В час, когда близится затмение, своей жертвой этот мятежник искупит былые грехи. Да узрят его товарищи свет и примкнут к нам. Амару сказал, что не хочет насилия. Для него оно просто инструмент. Принесенный в жертву. Он вновь становится одним из нас. Все эти люди ему верят? Они боятся. И неспроста. Уже недалеко. Гробница за этой дверью. Пошли. Стой. Невинные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет Проходи. Слабость. Гробница наверху. На той статуе я посторожу ворота. Я скоро буду. Иона, мы приближаемся к гробнице Императора. Мы возле реки. Дай сигнал, и мы вас вытащим. Скажи, как будешь готова.
Крашем. Здесь можно пробраться. Лара, ты где? В гробнице Императора. Я почти нашла, что нам нужно. Мы будем ждать. Гробница последнего императора. Секта могла возникнуть после его смерти. Так, цапля и затмение. Что я упустила? Стоп, это Лопес оставил. Сердце змея лежит в чаше. Сюда! Это командир Рурк. Есть зацепка по ларцу. Выслать отряд за Крафт. Он уратал. Нет. Отдай его, Эцли. Он мой наследник. Он возглавит Пайтити. Он юн, но силен. Его дух благороден, как и кровь. Давай, продолжай говорить со мной. Ларец будет тебя искушать. Держись. Мы все вершим свою судьбу. Иона, где ты? Я на пристани. Вижу тебя. Эй, почти все готово. Уже иду. Где Онорато? На нас напали. Она погибла в бою. О, нет. Да. А где мама? Твоя мать, она храбро сражалась. Но это амулет предводителя. И теперь он твой.
она была воином. Близится затмение. Если не возродит солнце... Я найду ларец. Я ни за что не отдам его секте Кукулькана. Начинайте приготовление к похоронам. Унурата будет жить в каждом из нас. Учу, помоги им с лодкой. Надо готовиться к бою. Восстание должно победить. Мы вернемся с ларцом. Береги себя. Вернешься, мы будем готовы. Что дальше? Вернемся в Кувак-Яку, подготовимся, а дальше решим. Все ради новой загадки. Какой же? Сердце змея лежит в чаше, рядом с каменными ликами. Ну, лучше, чем ничего. Наверное. Надо найти ларец и покончить с этим. Двигаться. Не искушай. Отрядом доложить обстановку. Кардинал 2, все чисто. Что происходит, командир? У нас был паршок. Отряд Капа. Все чисто, сэр. Давай. Это кардинал 2. Повреждение от тряски в Джулье 3. Обвал вывел из строя техничную платформу. Пожара нет. Упавшие деревья заблокировали подход к Кило 2.
Какого черта? Что я вообще здесь делаю? У Нурату нет. Ларец не у меня. Иона. Боже, если с ним что-то случится... Зараза. Привет, Лара. Кто это? Подозреваю, что ты прослушивала мои сообщения с самой Мексики. Рурк. Командир Рурк. Ты меня уже послушала, а теперь я слушаю тебя. Еще один предвестник. Каково это? Знать, что ты виновата во всех бедствиях, во всех страданиях. Я знаю, что сделала. Твое лицо, когда Домингес сказал тебе... Но ведь тебе был нужен кинжал, правда? Лара, ты цела? Вот это землетрясение! Я рядом с нефтезаводом, тут все взрывается! Иона, нет! Уходи с канала! Что? Они нас прослушивают! Понял. Я тебя найду! Это рецепт галлюциногена. Применялся на войне. Должно помочь. Если намазать им стрелы, получится эффективное оружие. Боже. Она будет наша. Покажите мне ее труп, и весь ваш отряд будет следующим в очереди на испытание дьяконов. Отбой. Все слышали, за дело. Эй, все в порядке. Иона? Иона, ответь, пожалуйста. Он не ответит, Крофт. Что? Он мертв. Можешь смело добавить своего дружка Иону к списку людей, которых ты погубила. Да пошел ты, Рурк! Если хочешь забрать труп, он на нефтезаводе. Я иду за тобой. Огонь! Сорвать!
Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех... Грядет цунами. Нет, это первое из множества бедствий. Твоя вина! Надо идти! Только я могу! Только ты можешь что? Ты чего? Я все только порчу. Да нет. Эй, это не так. Все получится. Вставай. Куда дальше? Надо уходить. Да я понятия не имею! А подсказка? А сердце змея... Что там? Сердце змея в чаше, рядом с каменными ликами.
И какая чаша имеется в виду? Кубок, что ли? Знаешь, у Майи не было кубков. Стоп. Это не Майя. Подсказку оставил миссионер 17 века Андрес Лопес и иезуит. Змея в кубке – это же символ святого Иоанна. Нужна христианская святыня. Как церковь святого Хуана? Но сколько таких церквей? Их десятки. Но не в окрестностях Пайтити. Пойдем. Дорога там. Выберемся, поговорим с людьми. Что бы я без тебя делала? Разделимся. Поищу следы Лопеса. Спрошу местных. Может, что и узнаю. Моя подруга Сара археолог. Она работает неподалеку. Пойдем спросим у нее, что эта загадка может означать. Было бы здорово. Сара всю жизнь сходит с ума по каменным лицам. Обычно люди приходят сюда в поисках сокровищ, но не Сара. Она ищет ответы. Вы с ней давно дружите? С самого детства. Она была заучкой, а я вечно прогуливала школу и гоняла на бабушкином фургоне. Эбби, можешь мне помочь? Что-то сломалось. Стой, ты что? Та Лара? Крофт? Да. Я узнала тебя по фото. Что ты здесь ищешь? Я решаю загадку. Сердце змея лежит в чаше рядом с каменными ликами. Каменные лица. Я тоже тут из-за них. Не хочу мешать вам работать. Что меня интересует, так это змеи в чаше. Что ж, могу тебе сказать, что они тут по меньшей мере 4 столетия. Согласно бумагам из библиотеки, они стоят на страже. По легенде, они охраняют тайный склеп. Склеп? Мы его так и не нашли. Можешь себе представить, как это бесит охотников за сокровищами? Но если скандальная Лара Крофт так умна, как о ней говорят... В общем, если сможешь его найти, то очень меня выручишь. Значит, начать с библиотеки? Да, вон там, за кладбищем. Это одна из старейших построек. Если что найдешь, не забудь сказать мне спасибо. Спасибо, конечно. Лара, ты что-нибудь нашла? Подруга Эбби сказала, где-то в библиотеке есть склеп. Встретимся там. Так значит, где-то тут есть склеп? Тайный склеп. Почему тайный? Если тут замешан Лопес, непременно есть подстава. Разумная теория. Ну а ты? Есть что-нибудь полезное? Я нашел брошюру. На 7 шагов ближе к Богу. Кто знает, может пригодиться. Тут как в мавзолее. Хм. Значит, мы на верном пути. Иона, я что-то чувствую. Мы уже близко. Давай поищем следы Лопеса.
И под крыльями его найдешь ты убежище. Под крыльями его. Солнце померкнет, и луна не даст света своего. Те две цитаты из Библии. Солнце померкнет, и под крыльями его найдешь ты убежище. Что это означает? Цапля и затмение. Точно. Ищи цаплю и затмение. Тут спрятана целая фреска. Вера Крус. Истинный крест. Это то, о чем я думаю? Серебряный ларец. Ни с чем не спутать. Иисус берет крест на плечи. Стояние крестного пути. Но почему не все? До 17 века их было 7. Это фреска времен Лопеса. Новая подсказка. Да. Это как раз в его духе. Ладно. Где-то здесь должен быть крест. Давай поищем. Когда мы найдем ларец, как забрать ключи за Мемисом? Придумаем. Нашла что? Да. Иисус берет крест на плечи. Помоги поднять. Высота не маленькая. Давай спускаться. Состояние второе. Иисус падает в первый раз. Здесь есть надпись. Амбулата дум лучим хабитис. Ступай, покуда с тобой свет. Похоронит тебя тут, а голову зашвырнут куда-нибудь за крест. Ступай, покуда с тобой свет, дабы не объяла тебя тьма. Как будто подсказка. Или угроза. Похоже на Деву Марию. Стояние третье. Иисус встречает мать. Зеркало запылилось. Я тебя подсажу. Сработало. Луч указывает сюда. Что с ней не случилось?
Видимо, свет что-то активировал. Лора! Ты цела? Повезло, что она проржавела. Это четвертое стояние. Да. Давай взглянем на эти фрески. Нужно направить луч света на фреску с Вероникой. Судя по их виду, их пытали. Подвесили к потолку. Это был не просто склеп. Сейчас. Стояние пятое. Иисус падает во второй раз. Опять стояние крестного пути? Но с мумиями. Разве это не богохульство? Не обязательно. Они могли таким образом высказывать свое почтение. Или они чокнулись. Наверное, это шестое стояние. Похоже на церковь, а это, кажется, монахи. Угу. Собрал сцену распятия из мумий? Какое святотатство! Думаю, это было место богослужения какой-то подпольной секты. Буквально. Что это была секта, ясно из брошюры. Угу. Я рад, что не был тут снова. Затем римляне вбили гвозди. Это надпись. Не бойся тех, кто может убить тело, но не душу. Это к нам обращено? Не дай Лопусу одурачить себя. От него и так одни беды. Хорошо. За работу. Что тут произошло? Лопес приказал себя замуровать, а потом... Бах. Никаких свидетелей. Из чели. Только руки праведника могут забрать судьбу из моих рук. Но это про тебя. Он послал нас по ложному следу. Испортил все подсказки. Чтоб сберечь ларец от Тринити? И от народа Пайтити. Он был
одержим этой целью. Где она? Не знаю. Мне нужен ларец. Пошел ты! Разговор окончен. Амару! Стоп! Не трожь его! Отпусти его, и я отдам тебе ларец. Лара, что ты делаешь? С меня довольно потерь. Несомненно. Твой отец был гением. Я лишилась его, не успев узнать. Мы с ним дружили. Но он был буквально одержим. Ты его не знал! Он не признал, что его работа может обернуться трагедией. Мне пришлось вмешаться! Ты его убил. Он хотел рассказать всем об Айдите. Все, что я люблю, все, что защищаю, мой мир был бы разрушен. А как же мой мир? Да бросила. Это же несопоставимо. Еще как! Для маленького ребенка мне было 9! Слишком много было на кону! Целая цивилизация! Сотни лет независимости! Тысячи жизней! Выбора не было! Всегда есть выбор! Еще не поздно. Почти память Унурату и возроди солнце. Нет. Угрозу нужно устранить. Ты просто эгоистичный, трусливый убийца. А ты, Лара? Скольких ты убил? И для чего все это? Ай!
Беги, Лара! Взять его! Это Рурк. Ларец у Ионы Маявы. Лару Крофт видели в церкви. Найти их! Иона, где ты? Я на тростниковом поле. Меня не видят. Не высовывайся. Я уже иду. Тростниковое поле. Всем бойцам. Задача номер один. Найти Лару Крофт. Вы слышали, командира. Вперед, на охоту! Крофт! Я знаю, что ты здесь. Надо было убить тебя еще в Сибири, но Домингес не позволил. Виноват. Но пришла пора исправить это недоразумение. Здесь что-то не так. Эй, где ты? Мы видим Крофт. Она у завода. Отряд Дьякон за дело. Дьяконы на месте, командир. Найдем ее. Ничего. Нормально. Ладно. Иона! О, боже. Готов? О, да. Порядок. Я сам. О. И о чем ты только думал? А у тебя получилось бы. Надо их догнать. Давай. Да, мы сами. Thank you.
Всего одна попытка. Далеко еще? Да пойдите. Почти прибыли. Прости, что ларец увели. Это не твоя вина. Это все Домингесета, Тринити. Всю мою жизнь, с самого детства, все беды от них. У меня могла быть семья. Все могло быть по-другому. Мы найдем ларец и остановим Домингеса. Мы пришли. Лара! Где Деларец? Он у Амару. Смерть солнца все ближе и ближе. Мы вернем его до завершения ритуала. Это будет трудно. Придется поменять план. Прошу, подготовься как следует. Мы разведаем и соберем бойцов. Спасибо. Я останусь тут и помогу Учу. Если понадоблюсь, зови. Хорошо. Как идет составление плана, Эцли? Есть варианты. Учу. Армия Кукулькана отправится к Великому Каменному мосту прямиком к пирамиде. Броситься к ним – лучший вариант, чтобы начать схватку. Но вряд ли мы выстоим. Если пойти так, это будет безопаснее. Но придется точно рассчитать время, иначе они ускользнут. А если совместить? Мы пойдем в лобовую, а я зайду с другой стороны и буду стрелять. Им конец. Риски всегда, но, полагаю, это лучший вариант. Хорошо. Тогда отдавай приказ. Собирай людей. Идем. Пора прощаться. Тебе в ту сторону. Лара. Это на удачу. Возьми. Эцли, не надо. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь день. Спасибо. Будь осторожен. И ты, птенчик.
Я вижу мост. Черт! Они взорвали мост. Мы ищем другой путь. Так, видишь красный дым? Да. Я пойду посмотрю, что там. Унурату сказала, что алый огонь — ее судьба. Хорошо, не задерживайся. Штаб, это кардинал 2. Мост ликвидирован. Хорошо. Командиры, свяжитесь с наземной поддержкой. Кардинал 2, ведите их. Вас понял. Помните, любой недочет в построении – это шанс для противника. Еще вертолет. Яши, Тринити их отстреливает. Это кардинал 8. Вижу противника. Меняю курс на 1.05. Обозначьте зоны поражения и любой ценой защищайте храм! Прогресс по всем секторам, но мы несем большие потери. Всем бойцам отойти от стен. Сгруппируйтесь. Огонь с перекрытием секторов обстрела. Вот источник дыма. Совсем рядом. Когда от алого огня пойдет дым, ищи свое зеркало. Это судьба Унурату. Ты алый огонь. Кажется, мы должны объединиться и одолеть Кукулькана.
Умельнака! По праву завершу ритуал. Они не правы. Не правы! Ложь. Он принадлежит им. Отдай ларец. Нет. Нет. Никогда. Я защищу Пайтити. Мы все вершим свою судьбу. Не только ты. Все мы. Вместе. Это холодильник.
один. Меня окружили, патронов больше. Нет, пожалуйста, нет! Иона, Рурк мертв. Это отряд Зета. На высший совет напали. Нам нужно... Сотрет тьма мир, что мы знали ранее. Дорастают тени, и да воссияет вновь солнце над созданным нами миром. Сила Кукулькан. Того, кто захочет уничтожить твою власть и силу, создать все заново, дай нам силу. Мешает мне изменить мир. Сегодня мы возьмем в руки нашу судьбу. Oh!
Подожди. Спаси, пойдите. Прошу. Прошу, Лара. Конечно. Замерить на секунду. А, да, королева. Один. Можно мне глянуть? Конечно. Вот ты, и я, и папа. А где мы? На Гавайях. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла. Будь у тебя эта сила. Что бы ты сделала? Моя храбрая дочка, которая не ожидает нападения ягуара. Где же пройдет наше следующее приключение? Я слышал, в Антарктиде в это время очень славно. Вау. Нет, тогда, может быть, солончаки Юты? Ну, Ричард. Я знаю, куда мы поедем. Куда? На Гавайи. А, да, хорошее предложение. В таком случае... Прощай, мама. Помочь мне с исследованием. Прощай, папа. Подготовки к походу. Нет, ты мой научный ассистент. Ах да, вы правы. Виноват, мэм, что-то я заговорился. Я требую отвезти меня в музей. Ну, это можно устроить. И купим новый блокнот, чтобы все зарисовать. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня. И не даст нарушить обет. Я люблю наш мир, он не идеален, но... Все, что я люблю сейчас, его часть. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь день. Спаси, пойдите. Прошу. Прошу, Лара. Обещаю.
Унурату. Мать, воин, мятежник, царица. Ее будут почитать веками. Мне грустно. Теперь мы объединим Пайтити, как она мечтала. Завтра я возвращаюсь в Кувак-Яку. Правда? Снова в джунгли? Искать мифическое рыбное дерево? Мы с Эбби отправимся на побережье. Я рада. Ну, а ты? Я подумываю здесь задержаться. А тут еще остались артефакты? Так чем займешься? Не знаю. Эцли мне поможет. Он расскажет, как отстроить Пайтити заново. Ага. Надоело искать. Хочу быть рядом с живыми. Хорошо. А тебе не нужно вещи собирать? Не, до завтра от меня не отделаешься. Оставайся у нас сколько захочешь, Лара. Удачи, Иона. Может, когда-нибудь я присоединюсь к вам и увижу мир за пределами Пайтити. Если что, только скажи. Ты тоже Учу? Если захочет. Иона, Лара говорит, у тебя есть девушка? Мы придем на свадьбу. Стой, что? Эцли, покажешь мне чертежи нового храма? Да, он будет прекрасен. Я ошибалась. Я думала, что должна совершить что-то выдающееся, чтобы моя жизнь снова стала моей. Думала, что должна все исправить. Но тайны мира нужно хранить, а не разгадывать. Я всего лишь одна из многих защитников. Я не знаю, что уготовано мне в будущем, но не могу дождаться своего следующего приключения. Я постараюсь не относиться к себе слишком серьезно. Чаю, мисс Крофт? С радостью. А сейчас я просто рада быть дома.